друзья, вы не представляете, сколько дублей я сделала, чтобы сыграть без ошибок эту композицию. На самом деле, разобрать я ее хотела уже очень давно. Это рэгтайм из фильма «Звездные войны». Там очень классная, милая сцена, где сидят всякие инопланетные существа в баре. Сцена потрясающая, и сам рэгтайм мне очень нравится. Поэтому, наконец-то, я сделала для вас эту аранжировку, написала ноты. Их можно приобрести по ссылочке в описании к этому видео в моем нотном магазине. И мы с вами сегодня разберем, как играть этот рэгтайм. Я разберу половину рэгтайма, потому что вторая половина, она практически идентична, она повторяется, просто там немножко мелодия уходит во вторую октаву, и есть определенная кода, которую я придумала. Это все есть в нотах. В разборе мы сейчас разберем первую часть рэгтайма. Сразу скажу, что этот рэгтайм, он не для начинающих, он для хорошего, уверенного, среднего уровня. Я его долго отрабатывала, чтобы сыграть без ошибок, особенно чтобы вот с этим аккомпанементом не промазывать пятым пальцем мимо нот. В общем, очень-очень много здесь есть всяких нюансов. Итак, тональность у нас ре минор, и давайте начнем с первой части. Такая вот первая фразочка. В левой руке мы играем бас-аккорд. Ре, фа, ля, ля. В правой руке я придумала сделать вот такими терциями мелодию. Обратите внимание на пальцы, здесь это очень важно. Я долго думала, какими же самыми удобными пальцами здесь можно сыграть. Смотрите, фа, ля, первый, третий получается. Ля, ре, ля, ре, ля, ре, ля. И последняя фа-ля, мы меняем третий палец на четвертый, чтобы нам сыграть вот так вот удобно ми, соль, диез. Получается вот такие как усики у божьей коровки. Ля, соль, ля. И дальше. И переходим в аккорд фа-мажор. Вот как получается медленно двумя руками. Следующая фраза. Повторяется начало. Мы пришли, смотрите, вот сюда, в соль мажор. Здесь мы играем аккорд фа диез мажор, сползаем ровно на полтона от каждой ноты. Получается соль, соль, фа, соль. И дальше до, си, бемоль, ля, соль. Все это мы играем аккордами. Получается. В левой руке, смотрите, вот такой ход идет, до, ре, ре, диез, ми. Дальше. Что здесь поменялось? Мы пришли до мажор, до, ля, соль, фа минор, ре. И очень интересный ход из разных аккордов. Аккорд си бемоль мажор, си уменьшенный септаккорд, фа мажор с басом до, ре мажор, соль мажор с повышенной пятой ступенью, до мажор, фа. Вот что получается. И это у нас такой переход к следующей части. Давайте резюмируем всю первую часть. Дальше. Давайте по кусочкам. Друзья, я понимаю, что для многих это может быть быстрый темп, но я уже сказала, что этот рэгтайм не для начального уровня, и не могу прям супер медленно показывать, хотя я стараюсь в более медленном темпе сыграть. Вы можете замедлить на ютубе, в правом нижнем углу есть шкала замедления, вы можете просто замедлить себе темп. Если я буду показывать в более медленном темпе, более подробно, то у нас видео получится очень долгим. Итак, правая рука. Здесь опять, смотрите, был аккорд ре минор. Мы сползли на полтона ниже от каждой ноты. Ля, соля, фа,
ре. В левой руке постоянно одно и то же. Ре, фа-ля, ля, фа-ля. Дальше. Очень интересно здесь, смотрите, то же самое начало. Ми бемоль, аккорд си бемоль, ми бемоль, соль. До мажор. Опять повторяется фраза и концовочка. Те же самые аккорды, как в первой части. Си, ре, фа, си бемоль мажор, си, ре, фа, соль, ля, ре. Ре, фа, си, ре, соль, ля, фа. И опять вот такой вот ход в левой руке, мы переходим к следующей части. Резюмируем вторую часть. Решила все сыграть сразу от начала до конца. На самом деле, эта часть, она просто постоянно повторяется, и она не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Начнем с левой руки. У нас здесь идет такой ход октавами, просто ровно по гамме ре минор. Ре, до, си, бемоль, ля, соль, фа, ми, ре. Это тритон был, ой, гекон. Я имею в виду звук. Тритон, гекон. Вот это постоянно повторяется. Что мы играем в правой руке? Я здесь придумала такую немножко блюзовую аранжировку. И эта фраза постоянно повторяется. Смотрите, основная мелодия, она звучит вот так. Вот, я здесь добавила верхнюю ноту, как бы такую двойную ноту. В блюзе очень часто встречаются такие фразы, и я по своему блюзовому опыту решила, что это будет здесь интересно звучать. Вот что получается. Играем вот это 4 раза. Смотрите. Раз. Два. Три. Четыре. То есть 4 раза вот это ре-фа вместе с ре у нас встречается. 4. И получается такой стоп-тайм. Раз. И одна правая играет вот эту вот фразу. И дальше опять повторяется вот этот ход. Концовочка вот такая. Фа, ля-ля-ля, фа. Все. И дальше у нас идет повторение всех вот этих частей. Мы переходим на октаву выше. Вы это уже можете посмотреть в нотах. Вот эту часть мы с вами разобрали сегодня в уроке. Друзья, спасибо большое за внимание. Надеюсь, что вам тоже нравится этот трек-тайм. Кому интересно разобрать всю песню целиком, ноты вы найдете по ссылочке в описании к этому видео. Также подписывайтесь на меня в соцсетях. У меня есть телеграм-канал, где у нас сообщество музыкантов, любителей и профессионалов. Вообще мы обсуждаем разные темы. Также на запрещенную сеть мою подписывайтесь. Там очень много всего я постю интересного. Ну и увидимся с вами в следующем видео. Очень скоро. Всем отличного дня. До новых встреч. Пока-пока.